США, используя всю мощь блока НАТО, начинают войну против братской Югославии. Главной целью операции является свержение режима президента Слободана Милошевича. С нарушением всех норм международного права и устава ООН, Североатлантический альянс вводит войска в чужую страну. В очередной раз плюют на национальные интересы России. Впервые тогда мы начинаем понимать, что с англосаксами нам не по пути. Меняется внешнеполитический курс. Премьер-министр Евгений Примаков совершает свой знаменитый разворот над Атлантикой. Намеченный визит в США не состоялся, зато четко было выражено отношение к агрессии НАТО. В Москве американское посольство забрасывают яйцами и банками с краской. Начинается подъем национального самосознания. Героические российские десантники совершают марш-бросок на 400 километров и занимают аэропорт Приштины в Косово, показывая, что ни один вопрос на Балканах без участия России по-прежнему не решается.